Привет, друзья! В сезон клубники приготовим клубничное тирамису без сливок и сливочного сыра. Всего лишь за 10 минут. Для десерта нам потребуется печенье савоярди. Его можно купить в магазине или за 5 минут приготовить самим. Рецепт есть у меня на канале, ссылочку на него я оставлю в описании под видео. К свежей клубнике добавляем сахар по вкусу, я беру 2 чайные ложки. Пробиваю все погружным блендером до однородной массы. И крем. Берем жирную сметану и смешиваем ее с сахарной пудрой. Обмакиваю печенье в клубничный сироп и выкладываю первым слоем. Затем сверху выкладываю часть крема. Далее все так же, чередую печенье и крем. Закрываю все пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 3-4 часа или на ночь. Затем убираем пленку и украшаем. Для украшения я использую свежую клубнику и печенье. Вкусный, нежный, по-настоящему летний клубничный десерт готов! Друзья, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!